окончательно назначить Шилачичу Сергею Сергеевичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в следственной колонии особого режима. Судьбу убийцы четырех человек решили присяжные заседатели. Накануне Нового года, в декабре 2018-го, первой жертвой злоумышленника стал собутыльник, которого он зарезал в ходе ссоры, а затем ограбил. После этого мужчина убил еще одного приятеля и мужчину с женщиной. Они стали свидетелями преступления. Покидая квартиру, он также украл их вещи. Тела тех, кого отправил на тот свет 24-летний Сергей Швачич, нашли в холодильниках. Я желаю сообщить о том, что я совершил убийство. Ну, то есть когда, где произошло это? Конкретно числа я не помню. Просто совершил убийство на... Получается, сидели с компанией. Вот, там слово за слово получилось. И совершил убийство. Трех человек убил. Трех человек? Да. Кого именно? Ну, двоих мужчин и одну женщину. При задержании преступник написал явку с повинной, сообщил следователям о том, что убил трех человек, однако в дальнейшем от данных показаний отказался. Вину не признал и не сотрудничал со следствием. На протяжении всего расследования мужчина путал правоохранителей, обвиняя в случившемся различных знакомых. В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетелей опрошено более 60 человек. Проведено 20 экспертиз. Особая фактическая сложность расследования уголовного дела заключалась в том, что все преступления были совершены в отсутствие очевидцев. Кроме того, об убийстве третьего мужчины правоохранительным органам стало известно спустя более месяца после его совершения. Обвиняемый после задержания дал признательные показания о своей причастности к убийству трех лиц на улице Портовой. Однако в ходе дальнейшего следствия от своих показаний отказался и не сотрудничал со следствием. 24-летний Сергей Швачич – преступник с опытом. Незадолго до убийства он провел в тюрьме более 5 лет за грабеж и разбой.